I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник и Дима. И мы поиграем в игру под названием Майнкрафт на сервере Хайпиксель. В B20 мы поставили себе такой челлендж, что мы будем играть без брони. На этом B20. Угу. Тут можно закупать броню. Это Хайпиксель. Кто знает, тот знает. Вот. Что? Я сейчас пойду построюсь к алмазикам, да? А ты у нас застроишь кровать хорошо. Да? Пацан, читак грёбаный! Можно и перестать? Что? Фиксики надо было поставить. Правда, что? Опять первая катка, и опять читер, и на той же карте. И посмотри, и города, посмотри! Посмотри, там города! Ты будешь подбирать? Дим, ты чё такой медленный? Как черепашка. Морская, алкашка. Иди сюда, иди к алмазам, пожалуйста. Иди к алмазам. Угу. Иду. Там синий строит. Я сломал. Одного убил. Я одного пока убил. И где второй? Ага. А второй? А, я не... Он еще не успел упасть просто. Так, броню не закупаем. Мне это надо запомнить, потому что я люблю закупать броню. Да, офигеть! Да. Сразу читер в той карте, где мы были. И тут опять города. Бежит по краю света. Тебе записываю. Нет, я почти их грохнул, блин. Смотри. Дай мне. Помогай! Меня откинуло. Давай, Дима. Сломал. Сломай, хорош. Ты сломал, ты всё. Лучший, ты молодец. Ты финальных два убийства еще сделал? Да, сделал. Знаешь, что нам надо сделать? Нам надо залутаться и купить апсу. Со мной воюет сатана. Я это опять вставлю там, типа, ты поешь. А потом я тебя... Держись. Как я сегодня ставлю предъеду, и тебе будет пипец. Какой пипец? Ну и почему, когда я что-то такое говорю, ты не вылезаешь, а когда ты что-то так говоришь, например, рыгаешь, ты все удаляешь. Какой я не рыгал? Рыгал. Я все слышал. Ну докажи. Давай жопой доказывай. Ты в позапрошлой игре рыгнул перед съемками. Точнее, уже перед съемками. Да, нет, вообще-то я перед съемками рыгнул. Ты чё? Да отойди, дебил, бутылок поставь. Ой, ну не. Ну ладно, сам строй. Я всё так сделал. Да, Дима, бутылок надо застроить. Да дичел. Я опять это вставлю. Или бомбовщик. На нас идут, смотри на нашу базу, алло. А чё он бе? Он щитами говнюк играет. Ты это знал? Знал, он за 10 блоков бьёт. Я видел. Ага. Вот, видишь? Он обратно тэпнулся. Ты его убил? Как?
чьи-то, а можно убить. А он бедрок он нарисовал. Да как? Он щитами по-любому. Плюс мои части изумруда. Броню не закупай. Все, у нас Z2. Блядь, скиллаура играет, скотина. Все, я не хочу играть. Он скиллаура играет. Он когда строится, он меня сразу бьет. Говно собачье. Со мной воюет сатана, понятно? У него чисто шерстью там застроено. Давай я сейчас быстренько их сломаю. Все, нам ГГ. Да не отталкивается, скотина. Он отталкивается. Ну он обратно возвращается, если ты не знал. Ну, дайте затащить нам без брони. Алекс, я сломал кровать. Ты лучший просто. Ты просто лучший. Я их там убил, как они возродились. Не знаю. Одного грохнул. Только это не читер. И сейчас тебе читер грохнет, да? Да по-любому. У него 12 хп! 9, 7! У него 7 хп! Подожди, ой, я его вижу. Подожди, погнали, погнали, Дима. Ты где? У меня блоков нету. Поднимайся наверх. Смотри, он сейчас тебе построится. Дима, Дима, Дима. Нет, он меня убил за 10 блоков. Я его потеряла, где он? Подожди! Он... А я его увидел! Он идет на нашу базу. Я видел, я сзади его. Я тоже. Все, нам сломали, Дима. Спасибо, блин. Я тоже сзади тебя, говорит. Он невидимку выпил, если что. Я знаю. Вот, я его... Он здесь невидимый. Не, невидимый. Давай, захватить. Да! Я его убил. Он уже этот сломал. Ой, я кровать сломал нашу. Подожди, я доски могу сломать? Он даже написал ГГ. Ну что же, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник и Димон. Всем пока-пока.